Приветствую вас, дорогой друг. В этом видеоуроке я хочу вам показать то, насколько рабочая схема, которую я вам предлагаю, и продемонстрировать непосредственно сами результаты вот этой вот схемы. Наверняка вы знаете и думаете, что на фрилансе очень тяжело работать, особенно новичку, что там куча профессионалов, там огромная конкуренция. И для того, чтобы там более-менее успешно конкурировать, ну, большинство людей думают, что необходимо какое-то гигантское, огромное портфолио и сотен работ. Нужно отсылать там миллионы предложений потенциальным заказчикам. Нужно иметь какой-то гигантский опыт в веб-дизайне. Ну и так далее. Куча каких-то различных стереотипов, каких-то мыслей, страхов, сомнений перед тем, как начать работать веб-дизайнером на фрилансе. В этом видео я вам хочу показать, что на самом деле все далеко не так и что каждый человек, абсолютно вот любой, то есть который до этого не занимался веб-дизайном, может спокойно прийти на фриланс и работать веб-дизайнером. Естественно, заказы по 10 тысяч вы получать не будете. Начинать необходимо с малого, с 1 тысячи за заказ, с 2, с 3 и так далее, постепенно повышая. Сейчас давайте я вам покажу непосредственно аккаунт, который мы с вами будем создавать в курсе, на примере которого все я показывал данную схему. И сейчас вам покажу то, какие результаты получили за это время. Итак, вот перед вами сейчас аккаунт, который, ну, я создавал специально для теста в курсе, для того, чтобы продемонстрировать работоспособность вот этого схемы, которую я вам показываю. Лично это схема, которую использовал я в своей начале своей карьеры, и, соответственно, будете использовать вы, потому что она самая лучшая, на мой взгляд. Совершенно обычный аккаунт. Давайте я вам покажу время, когда мы его зарегистрировали. Вот у нас письмо с фриланса, то есть я могу обновить страничку, чтобы вы поверили, что это действительно так, что это не подделка никакая и так далее. То есть вот у нас 14 октября, 10:45. Сейчас у нас, давайте я вам покажу дату, у нас 27 октября. То есть прошло порядка 2 недель. Что за это время удалось добиться? Давайте сначала покажу вам непосредственно сам аккаунт, что здесь есть, и чтобы вы соотносили там результаты с проделанной работой и так далее. Обычный аккаунт, сейчас здесь про аккаунта нету, я его для теста на один день покупал, так как я в данный момент фрилансом не занимаюсь, да если бы и занимался, то через свой обычный аккаунт, не через тестовый. Что здесь есть? Здесь портфолио с 5 работ, лендинги, небольшое описание стоимости, типовые услуги прописаны, отзывов, естественно, нету, то есть это тестовый аккаунт, информация немного по работе, то есть уникальное торговое предложение, которое мы с вами будем разбирать в курсе. Вы сделаете для себя, соответственно, информация контактная, ну и в принципе все, как бы пройдена верификация, то, что вы сделаете в курсе. Совершенно обычный аккаунт. Ну так вот, что же происходило за вот эти 2 недели? Я вам покажу сейчас, сколько заявок отправлено. Здесь вот есть такая ссылочка проекты. Вот, отправлена одна заявка по одному проекту. То есть для теста я показывал, как это делать, но, к сожалению, здесь не выбрали. Но не стоит огорчаться. Схема рабочая, объясню почему. Итак, первое предложение, которое поступило. Вообще я ничего для этого не делал. Человек написал, сейчас покажу, 16 октября. Получается, через 2 дня после создания аккаунта. Он предложил сотрудничество по дизайну лендингов. Это был первый момент. Второй момент. Так, сейчас я вам покажу еще. Следующий человек мне написал ВКонтакте. То есть вот здесь он пишет: «Здравствуйте, нашел вас на вот этой вот страничке». То есть вот этот тестовый аккаунт. И, соответственно, он пишет, что мне нужен дизайн там для какого-то своего проекта, цены, сроки и так далее. Это у нас, получается, был второй звоночек, второй заказ. Ну и третий заказ. Соответственно, я вот только что зашел записывать данное видео и увидел, что еще предложили один заказ. То есть здесь пока срок и цену не указали точно. То есть человек пишет: «Привет, есть сайт такой-то по страхованию, который очень медленно грузится». И, соответственно, что ему там необходимо, нужен простой макет дизайна
Короче говоря, что там облагородить и так далее. Цену, сроки тоже узнает. Как вы видите, ничего практически с моей стороны не было сделано. Очень маленькое портфолио из 5 работ, минимум информации о себе, 0 отзывов, 0 сделок, но тем не менее, нифига не делая, 3 предложения за 2 недели. Соответственно, в курсе мы пойдем немножко другим путем, будем активно предлагать свои услуги, будем более все подробно прорабатывать, собирать отзывы, портфолио более интересное. И, соответственно, у вас предложений и сделок будет гораздо больше. Я это просто показываю для того, чтобы вы поняли, что схема абсолютно реальная, схема рабочая. То есть это не какая-то устаревшая модель, она будет работать и сегодня, и через несколько лет. Короче говоря, я вам даю универсальную схему, с которой можно стартовать в любом проекте, на любой бирже, в любое время. И, соответственно, вы должны понимать, что, ну, как бы, неважно, какой у вас уровень, хоть вы полный новичок, не знаете Photoshop и так далее, вы все равно сможете зарабатывать на фрилансе. Главное, чтобы у вас было желание, чтобы вам это нравилось, и вы должны понимать, что это не делается по взмаху волшебной палочки, то есть вам придется для этого работать. То есть точно такая же работа, как и, допустим, на которой вы сейчас работаете, только приятнее и гораздо больше перспективы. Ну что ж, вот я вам показал результаты, которые, в принципе, получились. Я как бы не ожидал такого. На мой взгляд, результат превзошел мои ожидания. И я уверен, что вам понравится курс, и вы получите отличные результаты. В принципе, на этом все. Спасибо за внимание. Изучайте текст, продающий страничку данную, и заказывайте курс. Уверен, что у вас все получится.